Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня расскажу, как приготовить вареники с черникой из минимального набора продуктов. Для замешивания теста понадобится ледяная вода, поэтому предварительно ставлю стакан воды в холодильник. В глубокую миску просеиваю муку, она насытится кислородом и тесто будет более пышным. В муку добавляю щепотку соли и перемешиваю. Взбиваю венчиком яйцо и вливаю в муку, смешиваю рукой. Далее доливаю воду, тщательно вымешиваю тесто. Оно должно получиться однородным, мягким и не прилипать к рукам. Тесто для вареников оборачиваю пищевой пленкой и отправляю на полчаса в холодильник. В это время занимаюсь начинкой. Чернику перебираю, удаляю листья и мою. В миске смешиваю с крахмалом и сахаром. Добавлять крахмал нужно, чтобы начинка не вытекала из вареника и он при варке сохранил свою форму. Тесто тонко раскатываю скалкой, подсыпая при этом муку, чтобы тесто не прилипало к поверхности стола. Стаканом вырезаю кружочки. В центр каждого кружочка кладу примерно 1 чайную ложку начинки. Кружочек складываю пополам и тщательно склеиваю края. Затем делаю защипы, как бы перекручивая края вареника. Получится косичка для украшения. Далее кладу вареники в кипящую подсоленную воду и варю минут 5 после их всплытия. Готовые вареники достаю шумовкой. Подавать их можно со сливочным маслом или сметаной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне.